ребят характер проявили на финальной части. Ловили на себя шайбы, все в синяках, слезы детские, а такие слезы злости были. Ну, мне приятно было видеть, ну, наверное, в таких играх и вырастают настоящие мужчины, чемпионы будущие. Ребятам что-то сказали после игр? Сказал, похвалил, каждому подошел, пожал руку, потому что, ну, они реально меня приятно удивили. Я даже, честно скажу, сам не ожидал, что дадим такой бой финальный, потому что там играли ребята 13-го года, пару человек. Но несмотря на все это, несмотря там на судей, как бы парни вообще очень достойно сыграли. Прям то, что мне как тренеру было приятно видеть плоды своей работы.